Сегодня мы приехали на улицу Зональную. Вот женщины недавно родился ребенок. А скажите, у вас есть еще ребеночек, да? Да. Дочка? Да, девочка, 9 лет. 9 лет. Ну и сейчас нету. И вот мы сегодня, благодаря замечательной группе из Норвегии, помощь детей Украины, благодаря замечательной женщине Ингрид Маргрета, которая перечисляет денежные средства, средства жертвует людям, нуждающимся на Донбассе. Благодаря замечательным руководителям этой группы мы сегодня привезли им мой продуктовый набор, ну наш, скажем так, и памперсы. Вот этой малютке, для того, чтобы у них было все хорошо, их поддержать, эту семью. Чтобы хоть солнышко радовало их, хоть согревало наше внимание. Почему? Потому что очень трудно здесь выжить без вашей помощи. Огромное вам спасибо и низкий вам поклон. Спасибо большое. Помаши ручки тети Ингрид. Помаши всем замечательным людям.